Здравствуйте, это наш любимый игра Клондайк. У нас на острове морском, на новом, есть лодочка, которая переносит нас еще на один остров. Название острова – Храмовый. Храмовый остров. Смотрим. Размеры, ну, не меньше, чем был первый, скажем так. Дополниловка тоже есть. Очистить заросшие статуи. Итак, тут у нас развалины. А это просто так, да? Все, поехали. Будем все смотреть. По заданиям у нас убрать бочки. Ну, у меня с бочками будет, конечно, засада. Найти вход в комплекс. Вот это меня больше всего пугает. Я вообще подумала, что острова два. И я сейчас нахожусь на втором. Но учитывая, что есть ли вход в комплекс, ну, посмотрим. Все будет понятно. Так. Тут у нас по 68 пошли. Это значит, можно брать где-то 70. Вот так. Первый остров, знаете, вот скажу вам, когда начинали мы вчера чистить. У нас на канале есть два видео по расчистке первого. Как-то так начинался все легко, быстро и красиво, что на втором сразу так начинают с камушков по 68. Ну да, ну не прям такие прям большие, огромные, но все-таки уже, как говорится, когда у нас идет 68, это что? Это значит, что нам понадобится дополнительная энергетика, которая немного поболее, чем плюс 5 и все такое прочее. Так, тут у нас вот, я все на это смотрю, и причем таких уже две. Ладно, убираем. Деревца у нас 45. Ну, первый остров от второго далеко не ушел, скажу я вам. Тут у нас тоже, как говорится, видите, каменные заборчики, что ли. Вот, вот это наши бочечки. Ну, у меня с бочечками будет проблемка. Их надо убрать 12, у меня мешковины хватит не на все. Не, ну, процесс, естественно, запущен, они делаются. Ну, как сделаются, так и уберем. Ну, я так думаю, что не так много на этом острове заданий. Обычно на втором задания делают меньше. Ну, я так честно, вот честно скажу вам по секрету. Рассчитываю на то, ну, что к тому времени, пока я его там 100% расчищу, у меня по-любому уже будет, что делать с этими бочечками. Мешковина пока есть, да, немного, но пока медь, как говорится, терпит. Но прикол в том, что у нас, получается, вот эти вот наши морские приключения отличаются еще немножко тем, что все вот эти вот ресурсы, в основном, которые мы делаем морские у себя, они не дарятся и не меняются. Это наши ресурсы, и пользуемся ими только мы. Поэтому, как говорится, пойти по-быстрому где-то что-то прикупить у нас с вами не получится. Нужны ресурсы. Встал и сделал. Не сделал, остался без ресурсов. Ну, как-то все так банально просто. Ну, может быть и хорошо, потому что, допустим, так, как говорится, они нас заинтересовывают хоть что-то делать, а не просто говорить: обновление, хочу обновление, давайте обновление и все. А так раз, получил обновление, и начинается у нас то сделай, это сделай, ой, яблочки закончились. У меня, например, в ВК уже началась проблемка. Яблочек скок хош. Можно сделать. Но кварц уже закончился. Поэтому, ну, скажем так, начинается. Так, 65, 66. Поехали. Ну, так, заборчик фактически с самого начала. Я бы, конечно, так, если честно, вот, ну, рискнула бы, как мне нравится все время обойтись куда-нибудь, например, сюда. Но вот я смотрю, что здесь продолжение следует, и мне кажется, что за заборчиком ничего не увидим. До него только сможем дойти. Ну, в принципе, я могу это показать. Ведь остров чистится все равно будет на 100%. А нет, это был обман зрения. Я еще и бочечку получила. Итого у нас бочечек, ну, 4, ладно, 4. С этими мешкаминами. Видите, я даже, видите, не поленилась, поставила ускорялку, чтобы... Там же сначала ткань надо сделать, а потом уже с ткани только можно делать мешковину эту. Ну, поэтому процесс затянется. Это
Вчера мне так повезло, я поставила ускорялочку и быстренько, пока мы запись делали, пока мы с вами чистили, мы все и закончили. Так, а сколько у меня еще этой мешковины? Тут я прям растерялась. Что-то я ее трачу, думала, что мало привезла. Сейчас кажется, что ее уже нет, да? Так, о, еще 3 штуки, еще на одну, ну, все-таки немного, но есть. Так, 44, поехали. А тут у нас тоже хороший чемоданчик. Я, кстати, на прошлый не нашла еще один ключик. Не, ну я обязательно найду. Так, 85. Ну вот мне не нравится то 39 на окончании. Если я сейчас съем плюс 50, ну... Хотя да. Все равно хватает. Чего это я? Прям-таки растерялась. Ой, как красиво все здесь вокруг поставили. Не поела, не... О, компаньон появился. Ура! Бывает и такое. 90. 90. 90. Мы всегда готовы помочь. Как только, так сразу. Так, я даже не ставила на... Хотя, в принципе, я сейчас могу отменить ту помощь, что я поставила. Ну, мало ли, а вдруг... И попросить. Что будем просить? Ну, методом исключения давайте будем просить эти деревца по 85. Нет, ну это не проблема, я могу их убрать. Ой, я что-то нашла. Не поверите, вот он. Ну, я до него еще не дошла. Ну, я его вижу. Кто-то пошутил у меня, оставил комментарий под видео, что как раз тоже, что я в лабиринтах чистила и увидела, что... Сундучок, по-моему, эти что там, тоже так было видно. Увидела сквозь туман. Вот и тут. Видно сквозь туман. Прикол в том, что туман не туман. А я плюс 5, осталось 90 штук. 45. 45 нормально. Тут у нас... Ну, я, кстати, могу 50 сразу поубирать, если что, чтобы они нас никого не смущали. И они... Вот шла-шла в одном направлении, решила посмотреть, есть ли там проходик. Все, вот я самое интересное, что я сама понимаю, что я осознаю, когда я начинаю что-то чистить, мне сразу хочется чистить везде. И вот получается, а-ля, там почистила, там бросила, побежала, там почистила. Ну вот такая вот я, ну не постоянная. Стыдно, да, каюсь. Ничего не поделаешь. Я бы вообще сейчас это поставила компаньону, если честно. Это же сколько? Это 95. Вот, 165. 95, вот эту, вот конкретно ее нужно убирать. У меня для этого есть плюс 60. Мы убираем комбо и начинаем колдовать. Смотрите, раз, два, прикол в другом. Колдовать мы будем недолго. У меня плюс 1, плюс 2 нет. Ну ничего, выкрутимся. Когда это мы не выкручивались? Раз, два, раз, два. И вот эту 95 уже можно убирать. На ней написано «Убери меня». Кстати, тут опять заборчик, я так заметила. Да ладно, я мешковины последние потратила. Экономила. Ну, разве что-то сэкономишь. Теперь мы делаем 45. Убираем комбо. Ну, и где-то делаем так. Раз, два. Аккуратненько, небрежненько. И теперь 93 можно убрать. Повторяем наши действия. Так, 40, 50. Я же хочу до этой добраться все-таки. 45, комбо убрать. Раз, два. Я немного привезла, плюс 50. Ну, не хватит, довезёмся. Кстати, я заметила, что этот остров будет чиститься хуже, чем первый. Нет, не из-за того, что там я обнаружила эти камни сразу. Обратите внимание, мы прошли, ну, да, не полностью, но мы прошли вглубь очень далеко. 4% и все. Так, этот красивый камушек я дарю компаньону. Понравится, возьмет. Не понравится, выбьем сами. О, а тут деревцо на 200, наверное. Да, ну ладно, сюда нельзя, я так уже поняла. А вдоль заборчика тоже нельзя.
Кстати, я иногда так нажимаю, и они нам подсказывают. Я поняла, что вот это движение было верным. Но зато я нашла камушки. И мне надо возвращаться. Хочу я этого или нет, мне домой. Элементарно привести плюс 5, плюс 10. Потому что без энергетиков как-то вот... Вот они мне еще одну бочечку дали. Ну зачем мне эта бочечка, мне, если мне уже нечем ее, скажем так, мешковины-то нет. И в ближайшее время даже не предвидится. О, а вот здесь у нас, между прочим, подарочек. И давайте мы сейчас этим воспользуемся уникальной возможностью. Мы получим ключик и немножко схитрим. Совсем чуть-чуть. Как? Объясню. Это вообще ключики для вот этого, правильно? Ну, у нас же на том острове тоже есть такая прелесть. Мы на всякий случай сделаем 100. Вернемся на первый остров. Думаю, ключики-то одинаковые, само собой разумеется. Не будут же они на разные острова разные ключики делать. Хотя, кто его знает. Вот сейчас мы это и проверим. Мне сундук увели. Есть. Ха! А такие они разные. Представляете, не подходит. А я ж так размечталась. А где мой ключик? Подождите, я же вроде открыла. Должен был выпасть ключик. Я что-то пропустила? Ну да. Ладно, бывает. Я, кстати, не могу понять, почему остров целый. В принципе, там у меня расчищать на первом осталось там уже совсем ничего. Ну вот у меня очень хорошо замаскировался еще один сосудик, в котором 7-й ключ. Я его найти не могу просто. Я его ищу. А он так спрятался. Бегала вчера, искала, сегодня смотрела. Не, ну само собой, когда будет 100%, найдется. Ну мне бы сейчас хотелось. Ладно, все, не отвлекаемся. Раз я уже сделала 100, надо что-то выбить. Вопрос, что остается открытым? Ну, давайте вот сделаем разумно. Ну, раз у меня такой перебор, мы сделаем так. Если много съел, то это не печально. Мы делаем... Мы 50 превращаем в 40. Ну, энергетика. Раз, два, три, четыре, пять. 95. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять. Не будут закрывать пейзаж. Да, сейчас у меня мелкого энергетика нет, но я же сейчас его привезу. Раз, два, три, четыре, пять. И еще одно, любое, можно полностью убрать. Поехали. Справились. Отличненько. Так, надо помочь человеку. Я, наверное, напрасно помощь поставила, да? А, он на помощь поставилась. Что ж так скромно ставим? Ну, есть же что поставить. Никогда не стесняйтесь ставить помощь. Вы знаете, для чего нужен компаньон? Для того, чтобы помогать. Если мы не ставим помощь, то он нам не поможет. Лучше поставить лишнее и пусть останется, чем вот так вот. Помощью кого-то сгорает. Я не думаю, что какой-то компаньон, с которым вы вместе играете, на вас обидится из-за того, что вы там много понаставляли. Нет. Обидки как раз включаются тогда, когда вот почему мы жадничаем. Где помощь? Так, мне надо что-то взять домой. Я сейчас вернусь. Так, у меня тут есть два особых подарка с первого острова. Думаю, вдруг там материал. Ну, коллекции, да. Брение. Там же не показано, что в коробке. Ну, надо же открыть, посмотреть. А вдруг? Ой, есть! Ну, по-моему, только две штуки. Нам там какого-то крабика подарили. Сейчас мы на него... Осьминог. А это декорация. Так, ну как мы относимся... Где? Мешковина. Две штуки всего. Так, пока я там бегала, у меня компаньон выбил. Ну, этот я выберу сама, что-нибудь другое поставлю. Тут
165 есть. И надо что-то поставить на выбивание, между прочим. А на выбивание мы поставим... Где там нажите по 68? Я такие, кстати, не люблю. 68. Как-то не так, не сяк. Эту я поставлю, а там посмотрим. Если что, переиграем. Так, у меня еще 200 энергии осталось. Куда бы ее применить? О, я хочу сюда. Смотрите, здесь у нас 165. Ай-яй-яй. Есть. Еще 95 я поставлю компаньону. Вот компаньон меня выбил, а самой поставить помощь не догадалась. Ладно, так, 40, и где там наши? А у меня нету плюс 40 с собой. Одна, чего я не привезла, кто знает. Так что ж такое, все забываем. Вот так вот. Решила показать вам все-таки 1% добила с первого острова. Что за 75% дают? Опыт. Сильверы, коллекции пошли. Кварц. Провиант, удобрение. А материал? Нет. Да не тот материал. Арматура, конечно, радует, но никогда ты на морском. Нам, пожалуйста, мешковинами. Ну, мешковинами никто не дает. Ладно, бывает. Берем чего-нибудь в плане энергетиков и отправляемся обратно. Что-то я так смотрю, у меня энергетики так очень так бравенько стали уходить-то. Так, поехали. Я так понимаю, что мы это видео с вами поиграем на острове. Ну, задание, ну, не судьба, явно. Так. Дополниловки у меня закончились. Теперь у меня груза стало меньше. Ну, это не столь важно. Так. Поехали. Я тут себе нашла камушек. Очень симпатичный. Хочу убрать. Есть. И как раз вот тут 60-68 есть, 64. Ну что такие жадные, когда вот надо, ну прям даже не даете. Вот 68. Все, мы теперь идем или не идем? 65. Я ж плюс 40 привезла. Я старалась. Так, это что у нас? 25. Вот 65. Это 62. А самое интересное, что я плюс 40 привезла. Плюс 35 привезла. Но почему-то плюс 20 никто не захватил. Почему, я даже не догадываюсь. Вот еще один. А тут я так и не нашла. Ничего, найдется. О, это у нас 90. Ничего не меняется. 43 90. Кстати, видите, подарочки падают, хорошая коллекция. Ну, вы знаете, как-то вот сразу, когда игра появилась, я считала там, ой, какая редкая, какая дефицитная. Сейчас честно отношусь к ней так немножко параллельно. 165, вот это мы поставим компаньону. Поехали. Нам вообще вот сюда, ой, ну сначала мы этот камушек достанем. Очень уж он мне симпатичный. Я, в общем, сначала ставлю, а потом, если что, убираю и выбиваю. Ну, главное, оно постоит. Ну, может быть, и компаньон как раз будет в игре выбит. Тогда получается нам намного проще. Вот не надо за мной ходить. Я вот первой даме это уже сказала. А это я как-то не догадалась, а она сама не догадывалась, что нас преследовать не надо. Вот еще. Интересно, мы здесь сундучок откроем быстрее, чем на первом, что ли? На первом мне еще не хватает одного ключика. 40, 90.
Так, и мы уже почти пришли, так понимаю. Смотрим. Смотрим. А, нет, еще так приличненько. Ого, я навезла 590 штук плюс 10. Вот это я, конечно, постаралась. Так, 64. Ай, ладно. Еще 90. Вот интересно, они думают, что мы с нашей грузоподъемностью это все потом вывезем? Или как? Так, я уже стесняюсь этот 90, я его даже уберу, потому что как-то на главной картине он даже тут и не смотрится. Я его просто так раз, и его вроде как и не было. Потому что, ну, реально как-то так. 40. Вот опять пошла налево, называется. Шла, очистила в нужном направлении. Свернула на минуточку, и пошел процесс. Зато бочечку нашла, которую я сделать не могу никак. Ладно. Уберем туманчик. По процентам вообще ни о чем. 9. Мне вот не нравится, как... О, 50 есть. Эти тоже ж по 50, да. Их сейчас я благополучно и поубираю. У все. И так у нас, между прочим, ну, с повторами встречаются деревца такие маленькие на 165. Ой, и я наконец-таки разобралась. Смотрите. Подсказка. У нас здесь камень. И нам надо будет выставить правильно. Ну, самое интересное, что нам покажут, правильно или нет, только тогда, когда мы закончим первое задание. Но я уже привезла цепи, так, на всякий случай, 20 штук. Думаю, если что, цепи не такая большая ценность, их можно и здесь на островке оставить. Так, ставим помощь. Чего-нибудь. Я не люблю выбивать, и вот я их и поставлю. Вот не люблю я что-то вот именно по 60. Лучше на 90 поставьте мне, чем эти 62, 65. Не, я плюс 20 уже привезла, если что. Так, у нас тут, давайте попробуем двинуться в этом направлении. А у меня все время, я то одно привезу, второе не привезу. Вот в этот раз то 140 привезла, потом плюс 20 привезла. Вот плюс 90 и еще довести. Нет, 5 штук осталось. Не, ну если что, если прям надо будет, привезем. Кстати, вот на этом острове у нас чемоданчик вот такой вот с подарками не один, а несколько. И обратите внимание, как много сразу видно, ой, наших кувшинов. Вот один, видите, еще в тумане. Откроется нам потом, со временем. Печально, что ключики разные почему-то. Или мне так, или я так невнимательно тогда смотрела. Сейчас я посмотрю еще раз. Подойдет ли этот ключик на тот остров. Ну, это, знаете, уже чисто вот, как сказать, спортивный интерес. Кажется, так вроде столько прям убрали, да, и всего 19%. Так, это у нас 50. 50. И тут сразу еще открывается по 95. Ну, пока месть они ни к чему. Их можно и обойти. Вот еще, кстати, кувшинчик. Да, сейчас мы поедим. Кувшинчик. Так, ладно, все. Я побежала смотреть, а то мне прям очень уж интересно. Да, одинаковые, то просто тогда не поднялся. Принять. Ну, делать максимум или не стоит, я даже не знаю. А вот так просто, на всякий случай. Открыть. Открыть. Давайте нам наши подарочки.
Все равно они на этом острове останутся благополучно. Я больше чем уверена, что вывозить я все это не буду. Может быть, когда-нибудь. Ну, два изумруда добавилось, может, впрочем. Вот изумруды мы как раз и заберем. Шутка. Так, поехали обратно. Чемоданчики, чемоданчики. Ой, и тут тоже я открою. Хорошо. Надо было давать нам для бочечек. То пока я это сделаю. Процесс долгий, как выяснилось. Даже с ускорявочками долгий. Так вот, есть. 90 я еще нет, 95. Ладно. Что там по помощи? В принципе, еще рановато. Поехали. Нет, не поехали, приехали. Вот, 68. Стоп, еще раз передумала. 80. Получается, что мы вот такую большую часть острова, в принципе, прошли. А задание единственное, такое маленькое, неповторимое, так и не сделали еще. Ну, зато посмотрели на остров. Тоже полезно. 45. На эти маленькие большие деревца. 50. Я даже не знаю, сколько у меня энергетиков я сюда свозила. О, вот эти штуки, вот мне хочется их построить, прям не могу. Давайте. Раз. Это же дополниловка, ее ж можно делать. Два. Это просто дополниловка на дополнительный подарок. Ну, другой вопрос, что я только две пока нашла. Ну, кто ищет, тот всегда найдет. 45. Вот мы с вами немножко поиграли. 25% уже расчищено. Следующий идет на 50. Тут у нас маленький. Ну ладно, откроем. Тут у нас их много. Большие и маленькие. Ну, маленькая, наверное, без изумрудов, да. Ждем-с. Там помощь. Вместо изумрудов. Накопили как раз максимум очков. Вот так вот. Ведем мы заканчиваем. Ну, нет смысла ждать, пока я закончу делать, потому что это будет очень долго, а мне еще ай-яй-яй, сколько половина. И на этом все. До новых встреч.